Уголовный кодекс в особенной части предусматривает ответственность за совершение преступления, как правило, одним лицом. Однако преступления зачастую совершаются несколькими лицами. Каждое десятое убийство, каждая шестая кража, каждое третье изнасилование совершаются в соучастии. Соучастники тщательно продумывают преступления, надеясь на взаимную помощь и поддержку, что иногда толкает их на совершение тяжких преступлений, насильственных действий, на оказание сопротивления представителям власти и общественности. Преступления, совершенные в соучастии, отличаются повышенной опасностью. Соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления. Соучастие в преступлении может иметь различные формы. Пожалуйста, Николаевич, проходи. Значит, одобряешь, Михайлович? Ну что ж, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Наиболее часто встречающаяся форма соучастия – сложное соучастие или соучастие в тесном смысле слова. Я все обдумал. Нужен печатный станок, клише, высококачественные красители и бумага. Хорошая. Но главное, Михаил Иванович, нужно найти людей. Михаил Иванович, у тебя есть знакомство. Займись кадрами. Ну что ж, при определенных условиях могу заняться. По совместительству. Естественно, без рекламы. Михаил Иванович. Есть у меня один друг на примете. Квалифицированный слесарь. Молотков. Мой школьный товарищ. Жена у него нигде не работает, но любит красиво пожить. Он ее страшно ревнует. Думаю, что за деньги он изготовит станок. Завтра я с ними увижусь. Желаю успеха. Товарищи, свободных мест нет. Добрый день. Здрасте. Мы к Романову. Тогда проходите, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Познакомься, моя жена. Приятно. Здравствуйте. Вера. Очень рад. Роман, прошу. Юра, усаживай свою жену, пожалуйста. Осторожно. Садись, Юра.
Люблю я ее, Толя. Люблю. Но что я могу, простой механик? Подарка хорошего и то не могу сделать. Я тебя понимаю. Но ведь можно же что-то придумать. Если готово, второе можем подавать. Я действительно зря отказываюсь. Ведь жизнь такая короткая. С Верой на одну зарплату не проживешь. А без нее... Без нее у меня нет жизни. Не грусти, Юра. Вера у тебя прелесть. Ну, просто прелесть. Думаешь, из-за нее? Надо рискнуть. При сложном соучастии виновные совершают различные по форме действия. Между соучастниками производится распределение ролей. Один из них выступает инициатором преступлений и склоняет других к совершению преступных действий. Ты пойми, затраты совсем небольшие. Уверяю тебя, ничего сложного в этом нет, и риска нет никакого. Но зато потом, Юра, ты помнишь моего родственника? Я тебе про него рассказывал. Химик. Он взялся за подобное предложение, довел до конца, заработал прекрасные деньги, купил «Жигули», поехал отдыхать в Сочи, Сухуми, Батуми. Что ты? Может, я действительно зря отказываюсь, ведь Вера мне всегда... Да Вера твоя прелесть. И главное, верное дело. И совершенно безопасное, понимаешь? И провал исключен. Ну так как, изготовим станок, а? Пойми, я должен все обдумать. Некоторые соучастники ограничивают свою деятельность представлением средств и орудий совершения преступления, устранением препятствий, дачей советов. А другие соучастники непосредственно совершают преступление. Да ты не вешай нос. А помощников я тебе найду. Здорово! Привет! Ну, как дела, джентльмен? Беспокоит босс по поводу той судимости? Не напоминают об ошибках молодости? А чего мне напоминать? Я свое отсидел, работаю, как все. Ну, а как любимая супруга не засыпалась с фарцой? Ну, не склопотал еще раз срок? Да вы не волнуйтесь по поводу воспоминаний. Я ведь не веду передачу «Подвиг» по телевидению. Так что огласки не бойтесь. Лучше поговорим отдельно. Исполнитель. Лицо своими действиями... выполнившее преступление. Действие исполнителя при соучастии – результат совокупных усилий других соучастников. Ну, механическую часть мы как-нибудь одолеем. А как быть с клише? Ты что-нибудь понимаешь в этом? Да при чем здесь я? Я-то откуда знаю? Надо спросить у Романова. Он это кашу заварил, пусть и расхлебывает. Ну и втянули вы нас в историю. Все выходные пилим, строгаем, гремим. И все без толку. Одни-то мы его все равно пустить никогда не сможем. Спокойнее, спокойнее, джентльмены. А из-за чего, собственно, паника?
Механическую часть мы закончим. А как сделать клише? Все будет окей, ребята. Меры приняты. Дайте только срок. Будет вам и белка, будет и станок. Все будет окей, ребят. Ну тогда лады. Организатор выступает инициатором преступления. Подыскивает других соучастников. Руководит их деятельностью. Предоставляет орудие совершения преступления. Дает советы, изыскивает пути сокрытия преступных действий. В некоторых случаях организатор и сам становится исполнителем, но чаще всего он стремится оказаться в стороне. Из всех соучастников наиболее опасная и сложная фигура – организатор. Ты один, Михаил Иванович? Один. Мои вышли. Станок почти готов. Нужно изготовить клише, на кого я рассчитывал. Отказался. Выручай, старина. Ну, допустим, кое-кто найдется. А что я буду с этого иметь? Всем хватит, не прогадаешь. Кого ты имеешь в виду? Есть тут один деятель. Любит выпить и большой поклонник дамского пола. Одинок. Но клевер хороший. Попробую использовать его талант на пользу народа. Сделать это, пожалуй, можно. То есть лично я могу. Я все могу. И сколько это будет стоить? Сколько? За что я буду работать? За что я буду рисковать своей жизнью? Я все могу. Мы с вами люди. 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 А те? Ну те, если они продадут. Те двое слесаришки. Что вы, что вы? Я гарантирую. Железные ребята. Может быть, Цинков дрянь? Может, Цинков бабник, пьяница, но я честный человек. Федя, Федя, мы же... Я честный человек. Мы же с вами интеллигентные люди. Вы должны меня понять. Полная безопасность. Абсолютная тайна. Все прекрасно организовано. Подстрекатель побуждает других совершить умышленное преступление. Вызывает у них решимость совершить его или оказать содействие преступлению. Никакого риска. А какой гонорар? Месяц работы, и все блондинки у ваших ног. У ваших ног. Тысяча и одна ночь. При вашей-то внешности и такие купюры. Подумайте, Федя, подумайте. Действия подстрекателей очень многообразны. Это может быть просьба, совет, обольщение, подкуп, обещание, введение в заблуждение, провокация. Русский профессор Колоколов описал более 200 способов подстрекательства.
То ли ты? Все в порядке. Цинков согласился. Долго я его уговаривал. Потратиться пришлось. Еле-еле уломал. Женя, закрой дверь. Да сейчас. Нет, это я не тебе. Не тебе говорю. Значит так. Завтра в 18:00 подъезжай за нами к аптеке. Понятно? Я вас познакомлю. И не забудь задаточек. 100 ре. Ага. Ага. Вот так. Ну, будь. Будь. Каждый из соучастников действует умышленно, сознает характер совершаемых действий, их общественную опасность и противоправность, и желает их совершения. Клише надо сделать сюда. Быстро сделать сможешь? Как дело пойдет. Сначала нужно отлить болванку. Тут работы много. Много работы. Чем скорее сделаете, тем лучше. За срочность повышенный тариф. Смотрите, ребят. Чтобы ни одной душе, никому ни слова. Ну, а кто проболтается, пусть пеняет на себя. Козе понятно. Пособник – лицо, помогающее другим соучастникам совершить преступление. Вон у тебя какое богатство, а? Ну, кто же, кроме тебя, нам поможет? Это верно. Реактивы у меня есть. У меня есть еще и семья. Вот о ней и нужно подумать. Я обещаю постоянный и очень приличный заработок. А бояться фактически нечего. Дай нам краски, а дело сделаем без тебя. Сумели. Красители, дело тонкое. Так ты проконсультируйся. Ведь у вас есть опытные химики? Так что, самому лезть в петлю? Да, пожалуй, ты прав. Я об этом не подумал. Ну что ж, мы найдем тебе консультанта. Помощь пособника выражается в предоставлении орудий и средств совершения преступлений, в устранении препятствий, создании условий для осуществления преступного замысла. Здравствуйте, Николай Константинович. Анатолий Гаврилович, какими судьбами? Как это вы меня вспомнили? Прошу. Ну, во-первых, родственников забывать нельзя. Приятно. А во-вторых, дело есть. Дело? Да. Ко мне. Прошу. Но я ведь пенсионер. Но. Пенсионеры разными бывают. Мы ведь вас знаем как хорошего специалиста в области производства красителей. Дорогой мой, кому нужен теперь опыт старика? Но. Молодые теперь все сами знают. Но я надеюсь, вы не забыли секрет фирмы. А кому это теперь нужно? А кому это теперь нужно? Теперь ведь все делают тяп-ляп. Раньше, я помню, действительно,
Думали о деле, заботились о репутации. Ну а если вас попросят изготовить хороший краситель? Справитесь, Колеров? Дорогой мой, Колеров, фамилия обязывает меня делать хорошие красители. Ну что ж, отлично. Значит, договорились? Договорились. На днях получите заказ. Какие краски вам нужны? Для чего они предназначаются? Видите ли, краски нужны для бумаги. Для какой бумаги? Об этом не может быть и речи. За кого вы меня принимаете? Я не фальшивомонетчик. Помощь пособника может состоять в даче советов, указаний, консультаций, в обучении преодолению тех или иных препятствий, управлению механизмами или совершению других операций. Пособничеством является также заранее данное обещание скрыть преступление. Согласны вы помочь нам на таких условиях, дорогой? От вас требуется лишь консультация. Вы сообщите моему коллеге секрет фирмы по производству красок, а мы, соответственно, оплатим ваши советы. Какая жизнь, дорогой? И все это может быть вашим. Обидно, но я не создан для тюрьмы. Последние годы я как-то боюсь всякой уголовщины. Хорошо. Но сам я не буду делать краски. Я научу ваших людей. А деньги вы мне дадите в банковской упаковке. Различают пособников физических и интеллектуальных. В данном случае физический пособник изготовит красители, а интеллектуальный ограничится советами по их производству. Действие каждого соучастника находится в причинной связи с совершением преступления исполнителем. При соучастии нет особых оснований уголовной ответственности. Уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления. Но при соучастии преступление совершается несколькими лицами, и предусмотрено оно не только статьей особенной части, но статьей 17 общей части Уголовного кодекса. Что-то ты не точно подгоняешь, Юра. Устал я, Гриша, что-то. Что? Устал. Не понял. Добровольный отказ соучастника не может ограничиться только бездействием, молчаливым отходом от задуманной совместно преступной деятельности. Голый отказ не остановит остальных соучастников. Все, Толя. Взялся я за это дело только ради Веры, но наказал меня Бог, заболела она. Что делать, не знаю. Может, в Ялту ее отвезти? И вообще, я целый месяц не сплю спокойно, всего боюсь.
Да ты успокойся, Юра. Это у тебя от переутомления. Пойдем. Пойдем выпьем по рюмочке, и все пройдет. Не шути. Помоги, а? Дай взаймы рублей 300-400 на переезд в Ялту. И подвези вещи к поезду. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте, Верочка. Здравствуйте. Это вам. Юра, если будут какие затруднения, телеграфируй. Помогу. Спасибо. Все будет нормально. Ну, Вера. Юра, Вера поправится, все будет хорошо. Что ты? Ну, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Большое спасибо за все. Да не за что. Добровольный отказ при соучастии должен выражаться в активных действиях, лишающих других соучастников возможности совершить преступление с использованием того вклада, который внес в общее дело добровольно отказавшийся. Ну-ка. Порядок. Не суетись. Еще не все в порядке. Есть кое-какие нюансы. Ну, поезжай. Покажи шефу. Лады. Тихо. Почему тихо? Тихо. В общем, завтра встречаемся здесь все вместе. Ладно. Эксцессом исполнителя считается поступок, при котором он совершает преступные действия, выходящие за рамки договоренности между остальными соучастниками. Кто там? Кто? Свои. Открывай. Сейчас, сейчас. Подожди, сейчас, подожди. Ты что, озверел? Федя. Да я тебе... Спокойно. Как продукция? Похоже, похоже. Фальшивые печатают для себя. Почему для себя? При эксцессе соучастники несут ответственность в соответствии с виной только за те действия, принять участие в совершении которых они давали согласие. Женя, закрой дверь.
Как дела? Скоро стены будем деньгами обклеивать. О чем ты? Где? Ну, че казанской сиротой-то прикидываться? Я ж не с Петровки 38. Тебя это не касается. Понял? Смотри, не болтай. А то... Да ладно, ладно. Не маленький. Как он, знаю. Однако меня за недоносительство тоже могут упечь. Прикосновенностью к преступлению может быть укрывательство и недонесение. Недонесением считается не сообщение органам власти или другим органам, от которых зависит пресечение преступной деятельности, а достоверно известным, готовящимся или совершенным преступлением. Недонесение влечет уголовную ответственность лишь в тех случаях, специально предусмотренных особенной частью Уголовного кодекса. По-родственному. Дома нет. Что же она не открывается? Сейчас, сейчас открою. Господи, терпения нет. Что за человек? Ну, говорю, сейчас открою. Я это, я. Тихо. Ну, чего трезвонишь? Что-нибудь случилось? Душа моя, я принес тебе солидную сумму денег. А что это за деньги? Ого! Вот такие. А, правда, они не совсем настоящие. Как это не настоящие? Ну, деньги я оставлю у тебя, пока все уляжется. Ты их сохрани, они нам еще пригодятся. А за тобой что, следят? Нет, с этим все в порядке. Жаль, что не настоящие. Укрывательством считается заранее необещанное сокрытие преступника, предметов, добытых преступным путем, орудий совершения преступления и его следов. Заранее обещанное укрывательство является пособничеством. Музыку, пожалуйста. Спасибо. Ну что вы играете? Что вы играете? Нет, 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 нет. Вы будете играть мой репертуар.
преступление обнаружено. Надо хорошо знать, в чем выражается действие соучастников. Организатора, исполнителя. Подстрекателя, пособника, а также недоносителя и укрывателя, так как привлечение к ответственности и наказание производится в соответствии с законом строго индивидуализированным.